На сцене театра «Наш дом» в Химках наградили трудовые династии городского округа. Не одно поколение этих семей трудилось на местных заводах, предприятиях и учреждениях. Поздравить работников приехал заместитель главы городского округа Михаил Степанян. Он отметил, насколько важно сохранять трудовые традиции. В этих традициях, в этой династии мы видим самое главное – будущее лицо города. Спасибо вам большое за ваш труд, за ваше стремление быть вместе, за то, что вы учите своих детей и свое будущее поколение находить себя в тех профессиях, которыми вы своим примером привлекаете. Это такое пространство самореализации. Много можно не только сделать самой, и в творческом плане, и в каком-то в плане саморазвития, но и вложить в детей, в маленьких особенно. Активно участвует в общественной жизни трудовой. Все-таки наш город очень распространен такими предприятиями, как космической отрасли. И мой отец работал, мам работал. И как мы с братом решили, что мы тоже продолжим нашу традицию. Прошу внимания! Я Дмитрий Бочаров, служба «Вести».